поселке Петряевка большая и долгожданная радость. Здесь, наконец, отремонтировали любимую всеми жителями библиотеку. Само здание построили еще 60 лет назад, и за все эти годы ремонта здесь не было ни разу. Действительно, кто видел это сооружение до ремонта и что мы видим сейчас, это, конечно, две огромные разницы. И хотелось бы отдельные слова благодарности тоже сказать всем тем, кто осуществил вот это. Потому что смысл проекта поддержки местных инициатив, он в том и состоит, что это инициатива людей. То есть они сами определяют, что им делать, и мы только даем софинансирование. В прошедшем году программа поддержки местных инициатив была очень востребована. Люди наконец поверили, что родной городок или поселок может преобразиться, и стали активно подавать заявки. На удачу всех желающих. Эта программа будет продолжена и в 2018 году. Ой, то, что получилось в итоге, мы очень довольны. Вот лично я, как заведующий библиотеки, который я здесь проработала 18 лет, 18 лет в холоде, и там без воды, и без санузла, и без ничего, это для меня, конечно, радость. Но и не только для меня. Вот что самое интересное, это не только для меня. Население тоже нравится, заходит, говорят, что это очень здорово, это очень хорошо. Жителям Петряевки действительно понадобилось собрать лишь 5% от общей суммы. Остальное финансирует муниципальный и областной бюджет. Жителям потраченных средств не жалко. Ремонт вышел на загляденье. Исполняющий обязанности губернатора Глеб Сергеевич Никитин принято решение на следующий год о выделении 250 миллионов рублей. Это те деньги, которые пойдут именно на проект поддержки местных инициатив. Опять же, пользуясь случаем, хотел обратиться ко всем жителям Дзержинска, да, ко всем поселкам. Не боитесь, участвуйте, определяйте объекты, выбирайте их.